Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой чехольчик на чашечку. То есть мы с вами сейчас свяжем детальки по отдельности, а затем их нужно будет пришить непосредственно к самой чашечке. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать 100% акрил от фирмы Lanos и серия Minty в 100 граммах 300 метров. Можете использовать любые остаточки любого цвета, то есть вы для себя сами выбираете. В принципе, уходит немного для такой грелочки метров. В качестве дополнительного цвета я взяла белый для кармашка, и варежки и вставочки на кармашках у меня будет синенького цвета. Пряжу я взяла одной фирмы, одной толщины желательно возьмите, если нет возможности одной фирмы взять. То есть вы уже выбираете сами. У меня плотность вязания этой ниточкой и спицами номер 3, которыми я буду вязать, это чулочные спицы, в 10 сантиметрах у меня 23 петелечки, то есть в 1 сантиметре где-то 2,3 петли. С таких расчетов я и буду делать свою грелку. Также нам понадобится крючок для вывязывания варежки. В принципе, размер и номер здесь не сильно важен. Я беру двойку, можете взять полтора, то есть у кого какой есть. В принципе, здесь не сильно важно. И точно так же вам понадобятся ножнички для обрезания кончиков и сантиметр для расчетов. Берем ниточку основного цвета и от краешка отступите где-то сантиметров 40. То есть, чтобы у вас при наборе петелек остался еще небольшой кончик для сшивания. Итак, берем 2 чулочные спицы и на одну набираем начальные 2 петельки. Я делаю для того, чтобы не был растянутый краешек. Затем приставляю вторую петельку и еще набираю 52 петельки. То есть всего для грелочки мне нужно набрать 54 петельки. Итак, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54. Все, набрали наши петельки, и у вас должен остаться хвостик. Оставьте хвостик хотя бы где-то, чтобы у вас было сантиметров 15, можете чуть длиннее. У меня получилось чуть-чуть длиннее. Нам просто этим кончиком нужно потом будет сшивать две стороны, поэтому оставьте удобную для себя длину. Если у вас хвостик получился после набора совсем коротенький, то перенаберите петельки все-таки для того, чтобы потом не делать лишнее присоединение ниточек. Итак, вытаскиваем свободную вторую спицу, на которой нет начальных вот этих двух петелек, и начинаем провязывать. Начинаем с первой петелечки провязывать, чередуя лицевая петелечка, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так нам нужно провязать до конца ряда, чередуя лицевая, изнаночная петелечка. Ряд у нас заканчивается изнаночной петелькой и поворачиваем наше вязание. Второй ряд, первую снимаем, и все последующие ряды я буду первую снимать. Затем у нас идет изнаночная. Изнаночную провязываем над изнаночной. Лицевая над лицевой. Изнаночную над изнаночной. Лицевая над лицевой. И так продолжаем провязывать, тем самым формируем резинку 1 на 1. Это второй ряд. То есть мы провяжем над лицевой лицевую, над изнаночной изнаночную. Точно так же, как и в первом ряду, до конца ряда. Последняя петелька у меня изнаночная, разворачиваем третий ряд, провяжем тоже как второй, кромочную снимаем или первую снимаем, затем у нас изнаночную, провязываем над изнаночной, лицевую над лицевой и так далее. То есть чередуем снова лицевая, изнаночная, резинка 1 на 1. И смотрите, сейчас мы провяжем третий ряд, но при этом я его буду считать изнаночным рядом. То есть смотрите, у нас здесь вот это... При наборе петелек такая вот гребешочек, я его называю, это я буду считать изнаночную петелечку, так как лицевую хочу, чтобы у меня вот эта косичка была. То есть с лицевой стороны у меня будет вот эта красивая косичка. Поэтому сейчас будем считать третий изнаночный ряд. Последняя петелька у нас изнаночная, поворачиваем наше вязание. Сейчас у нас на лицевом ряду четвертый ряд. Первую снимаем не провязанный. Затем у нас идет изнаночная. Мы за переднюю стеночку провязываем ее лицевой. Затем у нас идет лицевая. Мы за заднюю стеночку провязываем лицевую.
Изнаночные мы провязываем за переднюю, лицевые провязываем за задние. Все петельки в этом ряду провяжем лицевой. Я буду провязывать лицевой и последнюю петельку. Вы, если считаете, как кромочную, можете провязывать изнаночные. Но при этом, смотрите, если вы сейчас начинаете провязывать последнюю петельку в лицевом ряду изнаночной, то во всех последующих рядах вам также нужно будет ее провязывать изнаночной. Но для того, чтобы вы не запутались, я вам предлагаю все-таки провязывать все петельки в этом ряду в лицевом, лицевыми петлями. То есть просто провяжем четвертый ряд лицевыми петельками до конца этого ряда. Но при этом, еще раз повторюсь, лицевые петли провязывайте за заднюю стеночку, а изнаночные за переднюю. Так как они лежат, так их и провязывайте, для того, чтобы красиво ложилась наша лицевая косичка. Провязали лицевой ряд, последняя петелька лицевая, поворачиваем вязание. Это у нас изнаночный ряд. Первую снимаем не провязанной, затем у нас идут изнаночные петли. Так их и провязываем все петельки в этом ряду изнаночные. То есть это у нас пятый ряд, и мы продолжаем формировать лицевую гладь. С лицевой стороны мы провязываем лицевые петельки. С изнаночной провязываем стороны все изнаночные петельки. То есть это у нас сейчас второй ряд лицевой глади, изнаночный. Таких рядочков, как четвертый и пятый, нам нужно провязать по 10. То есть еще провязываете 20 рядов лицевой глади. 10 рядочков с лицевой стороны лицевыми петлями. Поворачиваете на изнаночную сторону. И нужно довязать еще 10 рядов, чередуя изнаночными петельками с изнаночной стороны. То есть еще раз повторюсь, чтобы вам не запутаться, с лицевой стороны провязывая все петельки лицевые, провязывайте и последнюю лицевой, а с изнаночной стороны провязывайте как все, так и последнюю петельку изнаночной. Провязали 22 ряда лицевой гладью и 3 ряда у нас начальных резинки 1 на 1. Теперь мы с лицевой стороны с нашей, то есть вот она наша косичка, и там, где лицевые петельки, лицевая гладь, мы начинаем провязывать снова резинку 1 на 1. То есть как бы мы начали с нее и будем заканчивать ею. Поэтому первую снимаем не провязанной, она у нас, как вы помните, была лицевая. Значит, сейчас по чередованию идет изнаночная. Провязываем изнаночную за заднюю стеночку, для того, чтобы она была не перекрещенной. Третья теперь лицевая, изнаночная за заднюю стеночку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть в этом ряду мы все петли провязываем за заднюю стеночку, но при этом чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы будем провязывать до конца ряда, формируя снова нашу резинку 1 на 1. Это первый ряд. Последняя петелька изнаночная, поворачиваем вязание на изнаночный ряд. Первую снимаем не провязанную, затем у нас идет изнаночная. Так и провязываем ее изнаночной. Лицевую, так и провязываем лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так и провязываем изнаночную над изнаночной, лицевую над лицевой. Второй ряд нашей верхней резинки 1 на 1. Последняя петелька изнаночная, поворачиваем третий лицевой ряд резинки 1 на 1. Первую снимаем, затем изнаночная, лицевая, то есть все как в предыдущие два ряда. Чередуем изнаночные лицевые петли над предыдущими изнаночными и лицевыми петельками. Последняя петелька изнаночная, и вот мы провязали полностью высоту нашей грелочки. У меня на объем чашечки грелка получается немного меньше. То есть, если вы приложите грелку к чашке, ничего страшного, так как лицевая гладь очень хорошо тянется, и я решила не рисковать, то есть не вязать сантиметр в сантиметр на чашку, а связала где-то на сантиметров 6 меньше, чем объем чашки, ну где-то 5-6 сантиметров, потому что очень хорошо тянется, и просто грелка, чтобы не спадала с чашки. А так она будет довольно-таки плотненько прилегать. Этот момент тоже учитывайте.
И теперь разворачиваем на изнаночную сторону. Нам нужно закончить нашу грелку. Первая лицевая, мы снимаем ее не провязанной. Затем у нас идет изнаночная. Провязываем ее изнаночной и одеваем лицевую на изнаночную. Затем у нас идет лицевая. Так и провязываем ее лицевую и лицевой, и изнаночную одеваем на лицевую. Теперь снова изнаночную провязываем изнаночной и одеваем предыдущую петелечку на изнаночную. Лицевую провязываем лицевую и делаем такую вот протяжку. То есть мы закрываем петельки по ходу вязания резинки 1 на 1. То есть так и провязываете петельки, допустим, изнаночная над изнаночной. Затем предыдущую одеваете на последующую. Лицевая одеваете предыдущую на последующую. Изнаночная предыдущую на последующую. Лицевая предыдущую на последующую. Итак, нам нужно закрыть петельки. Почему я предлагаю вам такой способ, а не классический, провязывание двух петелек и перекидывание? В принципе, как хотите. То есть здесь уже ваша фантазия. Просто лицевые петли я бы не рекомендовала здесь провязывать, так как у нас при закрытии здесь получается такая же косичка, как и сверху. Если вы будете провязывать просто лицевые петельки, то у вас получится здесь грубые изнаночные такие вот рубчики, как вот при наборе петелек, то есть вот такого типа изнаночные. Я такое не люблю, поэтому я всегда закрываю петельки по ходу такого узора вязания, которым полностью провязывала изделие. Итак, я чередую лицевая и изнаночная, при этом делаю вот такие вот протяжки закрытия петель. Так нам нужно провязать и закрыть петельки до самой последней петли. То есть мы просто обычным способом закрываем наше вязание. Последняя петелька у нас изнаночная. Провязываем изнаночной и протягиваем предыдущую петельку на последующую. У нас вот такое вот образовалось колечко. Я еще раз делаю как бы визуальную воздушную петельку и вытягиваю ниточку. Вытягиваю где-то я на сантиметров 15, можно даже чуть больше, и обрезаю ниточку пополам. Кончик я с мотка вытаскиваю и вот эту последнюю петельку хорошо-хорошо затягиваю. То есть, чтобы у нас вот здесь вот было хорошо закрытый краешек. Вот он, я его подтянула. И у меня осталась вот такая вот ниточка с одной стороны и ниточка с другой стороны. Немножечко при растянутый краешек, вы не обращайте внимания, абсолютно здесь ничего страшного нет. Я поворачиваю верхушка, у меня будет начало нашего вязания и низ окончание нашего вязания. То есть вот смотрите, какая косичка сверху, такая в принципе и снизу. Теперь нам нужно вдеть ниточку в иголочку и сшить возле наших нашей ручки. Я сейчас вам скажу размеры, не растянутые, то есть это у меня не в растянутом виде, 22 сантиметра. То есть вот, если краешки у меня чуть-чуть отвернуть, вот они у нас краешки, то получается 22 сантиметра в нерастянутом виде. А высота моей грелки получается тоже в нерастянутом виде 9,5 сантиметров, если быть точно. То есть вот 9,5. При растягивании получится немножечко меньше высота. То есть обратите на это тоже внимание. И теперь берем, вдеваем ниточку в иголочку. Я думаю, я об иголочке не сказала в начале, что нам понадобится. Но я думаю, в принципе, у любой хозяйки есть иголочка с большим ушком, либо цыганская, либо специально для вязаных ниточек пластиковая. То есть здесь вы уже смотрите сами. И нам нужно сшить сверху буквально несколько петелек, 2-3 вот как раз на уровне резинки, и точно так же снизу 2-3 петельки обычным тайным каким-нибудь швом, можете трикотажным. Здесь в принципе роли сильно не сыграет, и у вас должна получиться вот такая вот основка. То есть вот она у нас обвязанная получается, и как я вам уже говорила, натягивается немножечко сама высота, то есть где-то на пол миллиметра, может даже, ой, на пол сантиметра, может даже где-то на сантиметр, смотря какая ниточка и смотря как тянется. То есть вот она у нас такая вот замечательная получается основа. Мы закончили. А сейчас мы с вами свяжем кармашек. Для кармашика берем беленький цвет и две спицы. Отступаем немного места
для набора и набираем 17 петелек. 2 первые начальные на одну спицу, затем приставляем и набираем еще 15. Итак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Поворачиваем другой стороной, вытаскиваем спицу свободную, смотрите, чтобы не сняли ту, на которой набраны 2 начальные петельки. И этот ряд мы с вами провяжем изнаночными петельками. Полностью все петельки изнаночные. Все 17 петелек. Почему с этой стороны мы начинаем изнаночными? Ну, как бы я вам еще раз повторяю, что я не люблю этот гребешок с лицевой стороны, поэтому я начинаю изнаночными. Теперь поворачиваем вязание и полностью весь этот ряд, начиная с первой, снимаем непровязанный, провязываем полностью все петельки лицевые. То есть полностью 17 петелек до конца ряда. Довязали ряд. Последняя у меня тоже лицевая. Поворачиваем на изнаночную сторону. Первую снимаем непровязанной и снова все петельки с изнаночной стороны вяжем изнаночными петлями. То есть мы провязываем с вами такую вот лицевую гладь. Лицевой гладью у нас кармашек. И это у нас получается третий изнаночный ряд. Разворачиваем на лицевую сторону. И снова с лицевой стороны первую снимаем и все петельки до конца ряда лицевые. То есть снова лицевой ряд лицевыми петельками. То есть наша лицевая гладь. Довязали до конца ряда лицевыми петельками. Разворачиваем на изнаночный ряд. Снова изнаночные петельки. Первую снимаем непровязанной. Все оставшиеся петельки провязываем изнаночными петлями. Итак, еще провяжите один лицевой ряд и один изнаночный ряд. Итак, мы провязали с вами 7 рядочков лицевой глади. Сейчас 8 лицевой ряд. Мы будем делать в 8 ряду вкрапление. Для этого нам понадобится дополнительный цвет. У меня это синенький, как цвет варежек. Вы хотите, возьмите любой другой цвет. Ну, то есть, ну, вкрапления, в принципе, у меня идут по цвету варежек. Вы хотите, возьмите, сделайте однотонный кармашек беленький. Хотите, можете вот с такими вкраплениями. Я покажу вам именно, как делаю я. Итак, первую снимаем непровязанной. Затем провязываем еще 2 лицевые. 1, 2. Затем берем дополнительный цвет и делаем первую лицевую, то есть вот эту четвертую мы провязываем другим цветом. Это у нас первая петелечка, вот так вот. То есть четвертая петля от начала. Теперь берем беленькую ниточку и провязываем следующую петелечку беленькой ниточкой. Теперь берем сверху, вот как вы видите, я сверху накладываю цвета. Берем, делаем синенькую. Снова бросаем синенькую, наверх поднимаем беленькую. Провязываем беленькой, то есть чередуем. Синяя, белая, синяя, белая, синяя, белая. У меня синяя это четвертая петля, затем пятая петля белая, шестая петля синяя, седьмая белая. Теперь снова синяя, наверх поднимаем синенькую и синенькой провязываем. Наверх поднимаем беленькую, беленькой провязываем. Наверх поднимаем синенькую, синенькой провязываем, наверх подымаем беленькую ниточку, беленькой провязываем и снова синенькая, наверх синенькой провязываем, беленькая наверх, беленькую провязываем и еще раз поднимаем наверх синенькую, провязываем синенькой. Смотрите, у нас от начала четвертая синенькая и от конца четвертая у нас тоже провязанная синенькая. То есть довязываем беленьким цветом 3 последние петельки. Они у нас идут просто лицевые. То есть вкрапление я делала лицевыми петельками, как и все ряды, то есть лицевой гладью. Но чередовала цвет. Вот у меня сзади получается как вид и спереди. Теперь разворачиваем синий цвет, не обрезайте пока, он вам еще пригодится. Разворачиваем на изнаночную сторону, первую снимаем непровязанной,
И затем провязываем все петельки просто белым цветом изнаночными. То есть продолжаем провязывать нашу лицевую гладь. Но уже вкрапления у нас будут просто такие вот синенькие. Снова разворачиваем на лицевой ряд и продолжаем провязывать следующий ряд беленьким цветом. Просто лицевыми петлями второй ряд. То есть изнаночный и лицевой. Синий цвет немножечко путается у вас вот здесь вот ниточки, но не обращайте внимания, просто выравнивайте их. Мы сейчас еще один ряд провяжем с вами вот таких вот вкраплений. Но, как вы помните, они у нас расположены зигзагообразно. То есть у нас вкраплений в одном ряду 6, значит, в следующем между ними. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 вкраплений между вот этими. Разворачиваем на изнаночный ряд. Коль у нас было вот здесь вот 3 белых, значит, сейчас мы еще захватываем синюю, то есть 4 белых провязываем. У нас вкрапление между синими, поэтому провязываем 4 белых. Первую не провязано, и еще 3 изнаночными. Смотрите, с изнаночной стороны изнаночные петли обязательно. И сейчас мы будем вставлять в изнаночном ряду вкрапления, поэтому будьте внимательны. Ниточку оставляем у нас вот здесь вот перед работой, поднимаем синенькую ниточку. Она у нас снизу не обрезанная. Провязываем изнаночную петельку синеньким цветом. Нить снова опускаем вниз. Наверх оставляем беленькую. Беленькой провязываем изнаночную. Вниз опускаем. Наверх синенькая, изнаночная. Вниз опускаем. Наверх беленькую. Вниз опускаем. Наверх синенькую. Провязываем изнаночную, опускаем вниз. Наверх беленькую. Провязываем беленькую. Наверх синенькую. Обязательно смотрите, чтобы у вас перед работой, перед спицами были ниточки. То есть не за работой, а перед работой. Для того, чтобы у вас случайно не осталась ниточка, так скажем, за спицами. Она должна у вас всегда находиться с изнаночной стороны. То есть вот здесь вот. Не с этой стороны, а с другой. И нам осталось поднять наверх беленькую ниточку и довязать 4 оставшиеся петельки белым цветом. Теперь мы берем, немножечко подтягиваем наши синенькие здесь с одной стороны и с другой стороны. И завяжите обычный узелочек. То есть здесь это у нас изнаночная сторона. Я не хочу лишних каких-то там, в общем, ниточку прятать, как-то идеально там стараться. Это изнаночная сторона, поэтому я здесь вообще абсолютно не вижу, так сказать, ну, в общем, никаких не хочу заморочек и так далее. В общем, плотненько завязываю узелок. Здесь смотрю, чтобы у меня не стянуто было вязание ни в коем случае. Все здесь аккуратненько, поэтому берем ножнички. Ниточку нашу обрезаем, то есть я оставляю вот такие вот буквально по миллиметрику краешки. Синий цвет я вообще убираю. И сейчас продолжаем вязать только беленькой ниточкой. То есть смотрите, у нас получились вот такие вот вкрапления. Обратите внимание, вкрапления, как я еще раз вам говорила, между предыдущими синими. Вот, предыдущая синяя, предыдущая синяя. То есть 5 вкраплений. Теперь лицевой ряд наш мы провяжем все полностью петельки лицевые. То есть, коль это у нас лицевой ряд, все петельки лицевые. Как вы поняли, весь карман полностью состоит из лицевой глади. То есть, с лицевой стороны и из изнаночной глади с изнаночной стороны. Итак, продолжаем провязывать лицевая гладь. Теперь разворачиваем. Изнаночная гладь, изнаночные петельки с изнаночной стороны. Вот так вот. Провязываем все полностью петельки, теперь уже беленьким цветом. Нам сейчас уже ни к чему не нужен этот синий. Вкрапление синее я уже сделала, и как и вы, я думаю, тоже. И вот он наш лицевой ряд. Снова провязываем лицевым, то есть это у нас третий ряд от последнего ряда вкраплений. Довязываем его до конца лицевыми петельками.
И вот наш кармашек уже практически закончен. То есть вот он получается у меня такой красивенький. Как бы если у вас получается еще идеальная лицевая гладь, то это плюсик вам. Но в принципе мне этого достаточно. Я сейчас начинаю закрывать петельки. Поворачиваем на изнаночный ряд. У меня вот такой изнаночный ряд получился. Здесь у меня вот такой узелочек, можно сказать, не очень аккуратный. Но, в принципе, этот карман будет пришиваться. Поэтому я не думаю, что здесь что-то нужно идеальнее. Довольно-таки все аккуратно получилось. Нигде ничего не цепляется. И мы закрываем. Первую снимаем непровязанной. Следующая лицевая. И предыдущую одеваем на последующую. Снова лицевая, предыдущую на последующую. То есть делаем обычное закрытие петелек. Лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка. Хотите, можете провязывать 2 вместе, возвращать на левую спицу. 2 вместе, возвращать на левую спицу. Как бы здесь, в принципе, закрытие петель не столь важно, но мне, вот я сейчас покажу, почему мне понравился именно этот способ здесь. Такой получается вот своего рода как бы законченный кармашек. То есть как, он как получается как обвязанный. Мне нравится вот этот трубчик здесь. И последняя лицевая и протяжка. Вот смотрите, можно было бы сделать косичку эту с лицевой стороны. Но мне нравится, смотрите, вот такой вот рубчик, как бы, если вы повернете кармашек к себе лицевой стороной, вот он получается такой вот, вот этот рубчик, о котором я говорила, то есть вот кармашек пришьется, а этот рубчик, он какой-то такой, ну, честно говоря, мне он нравится, то есть я решила именно с изнаночной стороны лицевыми петлями закрыть. Если же вы будете изнаночными петлями закрывать, то с лицевой стороны у вас получится вот такая вот косичка закрытия петель. То есть может вот такой краешек быть. Ну, я буду вот такой делать. Мне он почему-то нравится. Итак, в общем, теперь берем, делаем воздушную петельку. Я это сделаю рукой, хотите, можете крючком. Вытаскиваем ниточку и где-то вот здесь вот обрезаем ровно посерединке. Где-то сантиметров это 15-20, то есть нам нужна ниточка оставить для пришивания. То есть будем по кругу пришивать вот так вот, не затрагивая верхушку. То есть сначала мы пришьем правую сторону, затем низ, затем левую сторону. То есть оставьте ниточку для пришивания, чтобы не делать лишних присоединений. Вот сейчас вот так вот обрежем ниточку и вытягиваем краешек. Затягиваем здесь краешек этой ниточки воздушной, так скажем, петелечки. И вот этот краешек я вам предлагаю взять крючочек и просто с изнаночной стороны вот так вот его где-то закрепить. То есть я всегда закрепляю воздушной петелькой и вытягиваю ее. Вот так вот затянем. Можете даже где-то вдеть с изнаночной стороны в петельку. Для чего это я сейчас объясню. Вот, вдели в петельку. И у нас как бы направление вот этой ниточки будет уже не снизу. То есть нам удобно будет здесь пришивать. Вот видите, ее здесь нет. Можете обрезать. Не слишком коротко, чтобы не распустилось. И вот так вот у нас уже поменялось направление вот этого кончика при наборе петелек. Итак, в общем, у нас осталась ниточка для пришивания, вкрапления наши. Карманчик готов. Хотите, можете немножечко здесь вот, если вы обратите внимание, при вязании был немножечко натянут один краешек. Вы можете повытаскивать второй краешек вот так вот наших вот этих вот галочек, так скажем. Вот, чтобы они были довольно-таки ровнее и красивее. И наш кармашек готов. Сейчас будем делать варежки. Для рукавчиков берем ниточку основного цвета, отступаем немного расстояния, берем спицы и набираем 2 начальные петельки на одну спицу, затем приставляем и набираем еще 11 петелек. То есть всего нам нужно набрать 13 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 и 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 13. Теперь берем спицу свободную, вытаскиваем и на нее вот так вот с другой стороны одеваем 3-4 петельки. То есть вот так вот, 4, допустим. Берем еще дополнительные 2 спицы и на одну из двух переодеваем еще несколько петелек. То есть сколько вы оденете, в принципе, значения не имеет. Главное, распределите их на 3 спицы. Кому удобно, можете распределить на 4. И замыкаем вот так вот в круг. Для этого последнюю набранную петельку мы переодеваем к первой набранной и одеваем первую на вторую. Вот так вот. Теперь переодеваем эту же петельку в конец вот здесь вот набора. Таким образом мы замкнули в круг. У нас по кругу 12 петелек. Если вы не поняли, что мы сделали, просто набираете 12 петелек, распределяете и начинаем вязать по кругу. То есть начинаем с первой спицы. Мне сейчас не очень удобно вам показывать, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть просто провязываем эти 3 спицы лицевыми петельками. То есть мы сейчас будем провязывать лицевой гладью. Просто вязать вот так вот по кругу первую, вторую, третью спицу. Я довязываю, получается, первый ряд. Так нам нужно провязать 12 рядочков. То есть я провязала первый ряд вот от начала до конца ряда. Сейчас мы начинаем второй ряд и так далее. То есть провязываете по кругу просто 12 рядочков. Ничего не меняя. То есть 12 рядочков по 12 петелек от ниточки до ниточки. Вот так вот просто за переднюю стеночку, как если бы вы провязывали носочек, либо просто какую-то трубочку. Просто нам нужна такая вот трубочка. Так, провязываем. Я заканчиваю второй ряд. Довяжите самостоятельно еще 10 рядочков. Провязано у нас 12 рядочков. Мы теперь берем, находим между первой и третьей спицей вот эту вот перепоночку, то есть переход петелек вот при провязывании. Поднимаем ее на левую спицу, эту перепоночку, и за заднюю стеночку перекрещенной провязываем лицевой петелькой. То есть так мы добавили одну петлю. Следующую провязываем лицевой. И снова между первой и второй поднимаем петельку вот так вот и провязываем за заднюю стеночку скрещенной, то есть чтобы у нас не было дырочек. Таким образом мы между первой и последней петелькой добавили одну петлю и между первой и второй петелькой вторую петлю. Мы добавили 2 петелечки. Теперь довязываем эту спицу до конца. Вторую мы провязываем спицу без изменения. То есть это независимо от того, сколько у вас петелек на спице, на той или иной. Просто мы добавляем между первой и последней, между первой и второй. И сейчас мы добавим между предпоследней и последней одну петельку. Поднимаем и провязываем за заднюю стеночку лицевой. Последнюю довязываем лицевой. То есть, смотрите, мы, получается, ровно посередине, с задней стороны, добавили через одну 3 петельки. И сейчас мы провяжем еще 2 рядочка просто лицевыми петельками по кругу. То есть вместе с прибавочными 3 петлями. У нас было 12 петелек, мы добавили 3, значит 15 петелек провяжем 2 ряда. Первый я уже заканчиваю, самостоятельно провяжите еще один лицевой ряд. Довязали 2 ряда после прибавления и еще провяжите 2 ряда лицевыми. То есть после прибавления это получается уже третий ряд мы провязываем. И самостоятельно довяжите четвертый лицевой ряд. Итак, я провязала после прибавления еще 2 ряда. И у нас получилась вот такая высота рукавчика. Если вам кажется коротковатый слишком, плюс еще, смотрите, здесь варежка будет, то довяжите еще пару рядочков. Либо рядочек, а там уже смотрите. Но, в принципе, мне этого достаточно, поэтому я начинаю закрывать.
Закрывать я буду обычным способом, то есть провязываю первую лицевую, вторую лицевую и одеваю первую провязанную лицевую на вторую провязанную лицевую. И так я буду закрывать до конца ряда. То есть просто делаю закрытие петелек, как мы с вами сделали сверху карманчика и так далее. То есть просто провязывать каждую последующую лицевую и одевать на нее предыдущую. Вот так вот просто по кругу, переходя из спицы на спицу. То есть вот так вот закрыла одну спицу, убираю ее и перехожу плавненько на вторую спицу. То есть вот она, первая моя лицевая со второй спицы. Я на нее делаю такую вот протяжку. Снова вторая, третья лицевая. И так я закрываю полностью все спицы. Вот так вот, все петельки. Убираю все спицы и закрываю на них все петельки. Вот так вот. Просто и легко сделать вот такой рукавчик. Если здесь у вас на краешке остался вот такой кусочек ниточки, это хорошо. То есть вы им потом пришьете варежку к рукавчику. А если не осталось, ничего страшного, вы просто где-то присоедините с внутренней стороны ниточку и вытяните на лицо. И вот смотрите, теперь точно так же делаем, как всегда, воздушную петельку, вытягиваем ниточку, оставляем ниточку обязательно для пришивания. Делаем таких два рукавчика, вот так вот, симпатичные наши рукавчики. И вот в них будем вставлять мы варежку. То есть немножечко сделали на увеличение вот здесь вот в конце. И вот так вот будет обнимать нашу чашечку вот такой рукавчик, плюс здесь варежка. Берем ниточку синего цвета и набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3 и 4. Я всегда первую петельку эту считаю, она в принципе здесь нам не нужна, и точно так же ниточка нам здесь не нужна длинная, поэтому мы начинаем с первой петелечки. Одну петлю для подъема сделаем и, начиная с первой петелечки из 4, провязываем 4 столбика, начиная с первого, затем во второй столбик, в третий столбик и в четвертый. То есть 4 воздушные петли и каждая из 4 воздушных петелек по столбику. Теперь поворачиваем вязание и, начиная снова с первого столбика, провяжем в каждую петелечку по столбику. То есть и в этом ряду во втором 4 столбика у нас. 3 и 4. Теперь мы, не поворачивая, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И делаем пико. То есть возвращаемся в первую петелечку вот здесь вот, сквозь 2 стеночки. Продеваем вот здесь вот, смотрите, я сейчас покажу. Крючок вдеваете в 2 петельки, захватываете ниточку и соединительный столбик или соединительную петельку делаете в третью петлю подъема. То есть вот так вот соединяете. Затем разворачиваете и, начиная с первого столбика вот сюда, делаем снова по столбику, то есть 4 столбика без накида. В каждую петелечку провяжем по столбику. Вот это пико нам заменяет пальчик. То есть делается вот такой вот пальчик варежки. Теперь снова поворачиваем и снова провяжем в каждую петельку по столбику 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова поворачиваем и снова провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова поворачиваем наше вязание. Но сейчас мы будем идти на уменьшение. Во вторую петельку от крючка, то есть не в первый, а во второй столбик, над вторым столбиком провязываем столбик без накида. И теперь нам нужно сделать второе убавление. То есть мы провязали во второй столбик, сделали одно убавление в начале ряда. Теперь делаем полустолбик без накида в следующую петелечку и в последнюю петлю полустолбик без накида. И соединяем все это общей вершиной.
Вот так вот, смотрите. Раз. И теперь поворачиваем вязание и в последний столбик делаем соединительную петелечку или соединительный столбик. Теперь вытаскиваем нашу ниточку, оставляем где-то сантиметров 10-12 для пришивания, обрезаем. И вот этой ниточкой мы с вами будем пришивать посерединочке нашу варежку. То есть вот здесь вот посерединке мы будем такими вот наметочными швами невидимыми пришивать. Здесь ниточку можете хорошо затянуть. Она вам не нужна. Эта ниточка уйдет, как и вот эта вот сторона, в рукавчик. Поэтому вот наша варежка одна готова. Вторая вяжется аналогично. То есть 2 ряда по 4 столбика. Затем пико, 2 ряда по 4 столбика, 2 убавочки. И разворачиваем, в последний столбик делаем соединительный столбик. То есть все очень просто. Проще, чем эта варежка, я ничего не придумала. Поэтому, если вам этот вариант не подходит, вы знаете более лучше или можете связать более красивее, можете предложить в комментариях под этим видео, я с удовольствием рассмотрю и, может быть, даже будем делать по вашим рекомендациям. Если же вы пока ничего не можете, скажем так, лучшего придумать, то можете связать вот такие вот две варежки. Обязательно оставьте ниточку для пришивания, как на первой, так и на второй варежке, чтобы нам потом не делать, опять же, таки лишних присоединений. Итак, все наши детальки готовы, и мы приступаем к сборке. Теперь мы пришиваем вот так вот, где нам нужен карманчик. Ну, где-то приблизительно я буду пришивать подальше от ручки, но при этом, чтобы здесь вместился рукавчик. То есть где-то вот на таком уровне я пришью карманчик. Здесь у нас с одной стороны будет рукавчик, и с другой стороны будет рукавчик. Вот так вот пришиваться. И здесь будут варежки на верхушке карманчика. Вот так вот. Получается такое замечательное. И в итоге получается замечательный подарочек. Потрачено очень мало времени. Вот так, смотрите, мы вот этой ниточкой серенькой вошьем вовнутрь варежку. А вот этим краешком, который я вам говорила обрезать, мы пришьем немножечко так вот, слегка приметаем посерединке нашу варежку. То есть вот так вот. И все очень красивенько получается. Итак, вот чашечка моя готова. Хочу дать некоторые рекомендации, как пришить детальки. То есть сначала вы тайным шовчиком пришиваете рукавчик от самого края, где-то отступив пару рядочков в лицевой нашей глади. Пришиваете рукавчик с внутренней и с внешней стороны, затем варежку к нему. Отмеряете, где варежка заканчивается, то есть, и приблизительно отступаете от окончания, ну, то есть, вот на уровне где-то рукавчика или чуть-чуть дальше можете, пришиваем кармашек. Тоже тайным шовчиком, я вот здесь даже снизу не только тайным, а и трикотажным шила, чтобы у меня ряды как бы плавно переходили. И затем только я пришиваю второй рукавчик вместе с пришитой уже заранее к нему варежкой. Тоже отмеряю, на каком расстоянии я буду пришивать. И тоже вот здесь вот пришиваю тайным таким, даже я бы сказала, вот здесь сбоку можно трикотажным шовчиком. Вот, и получается вот такая замечательная чашечка. Не забудьте краешками ниточки, которые мы оставляли на варежке, приметать вот здесь вот аккуратненько. Я специально разделила свою ниточку на три части. То есть у меня кручение из трех тонких ниточек было самой нити основной. Поэтому я взяла только лишь одну часть из трех. И ей приметала вот здесь вот полукружочком аккуратненько варежки. Получается вот такая замечательная чашечка. Я их сделала 25 штучек. У меня был такой интересный заказик одинаковых. Вот. И получается довольно-таки оригинально, как для подарка, так и для каких-то вечеринок, для какой-то, скажем так, компании непосредственно, где нужно одинаковые. То есть заранее, конечно же, нужно будет закупить равное количество, сколько вам нужно. Ну, захватите еще пару чашечек таких, скажем, дополнительно, чтобы если вдруг разобьются, вот, по ходу работы. И вот такие замечательные чашечки у нас получаются. Я надеюсь, что вам понравилось. Конечно же, не забывайте ставить лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!